Всем привет, пацаны. Сегодня у нас 18-е. Время 6 часов. На улице потеплело до 10 градусов. Проблема в том, что Диму перевели в инфекционную теперь больницу. То есть у него что-то и понос начался, еще какая-то херня. Короче, непонятно, что с ним произошло. Сейчас поедем солнышко туда в больницу проведывать. Сегодня первый день, машинка без снега. Троечка, скамейка с рефом. Участники. Ладно, выезжаем. Не нагрелось еще, блин. Хотя уже работает, но иначе мы в больницу не успеем. За солнышки. Подъезжаем к яблоку. Не знаю, вышло, не вышло солнышко. Где ее найти-то? Тут, блядь, все заставлено. Хер куда зайдешь, блядь. О, место. Сразу нашли. Ну чё, где она? Сейчас позвоним. Я подъехал. На кассе стоит. БМВ, купешка, блядь. Шестерка, что ли? На, чувствуется качество, блядь. Немецкое. Даже покраски видно, блядь. Какая краска. Вон солнышко вышло. Сейчас стоит, смотрит. Где меня найти? Ну давай влево иди. За субариком спрятала. Вон. Куда пошла? Она сейчас будет искать. Куда она пошла? Не заметил, он звонит. Ты в другую сторону пошла. А в сторону звезды или этих стрелы туда. Ну вот ты вышла, тебе нужно было налево идти, а ты направо пошла в сторону монетки. Значит, влево иди, вот здесь стоит субарик, универсал, и за ним Мерседес, и за ним я стою. По тротуару иди налево, вот он я. Оно понятно, началось. То есть, пока там ходит, значит, тут нормально, блин. Сейчас будет возмущаться. Не видишь, да, сколько вот. Ты считаешь нормально, да? Я считал, что ты просто взяла Вики туда и все. Я же не думал, что домой я будешь сказала, брать. Я сказала, что я все возьму, и нам возьму тоже. Че я 10 раз там буду? Поехали, все. Поехали, все или поехали, давай.
Мы опоздаем. Мы уже опоздали. Пуська звонила. Что у них там? Ты мне адрес сказала неправильный. Нет такого адреса вообще. Как нет? Нету. Ты меня зачем снимаешь? Народного фронта нету адреса. Ты меня зачем снимаешь? Я все снимаю. Меня не надо снимать. Что ты хочешь передать? Да, что я йогу взяла, да, эти бананы взяла. Да вот булки, что еще я люблю? Когда я звоню, она не может взять трубку. Так. Почему надо обязательно перезванивать? Я хоть дверь-то закрыла. Да. Телефон отключился. Время 6:29. Го, Кузьки? Да. Я так и буду, что ли, теперь работать? Это же вообще финиш какой-то. Да, Ириш? Да нет, давай говори пока еще. У меня 2 секунды свободно. Да. Да не говори. Что, перезвонить? Столовая для малоимущих. Пробки здесь нету. Ну, в общем, как бы с Андреем-то он что, он же нормально расстался. Он не орал там, не психовал. Что пусть говорит? Я и говорю, я думал, ты с этой Ириной разговариваешь? Да не. Потом думаю про детей, думаю, не понял. Ну, Кузька звонила что-то. Она с тобой-то поговорила? Да никто со мной не разговаривал, никто мне не звонил. У нее почему-то телефон, то она не берет, то это... Да у нее телефон дурацкий за 11 тысяч купила, непонятно что, блядь. Слушай, ну ты что, то не слышишь, то вырубаешься. Ну, мы едем. Мы тут в пробку попали на Донбасс. Да не попали, а все время здесь в пробке в этой. Ну вот сейчас вроде проехали. Ты, это Дима орет, что ли? Блядь, зеленый заморозался. Ладно. Что он там орёт? Ты адрес мне какой сказала? А? Что я сказала? Адрес, на море, адрес. Что ли? Вот ты, что ты уже не помнишь, какой ты адрес сказал. Народного фронта. Народного фронта. А номер какой? Один. Да? Вот он номер один. Частный дом, блядь. Она сказала, говорит, за этими новыми домами, которые... Хера она тебе ничего не сказала. Там есть конкретный адрес. Да? Да. Который она тебе не сказала. Какой? 21. А, 21? 21. Вот ворона, вот. Здесь слышу, там не вижу. В одно ухо впустили, в другое выпустили. Давай. Половину потеряли. Вон дети что, сигареты покупают? Смотри, залезли. Ну почему? Может, жвачка, конфеты. В нашем магазине все еще водка продается. У них, видать, есть лицензия, что ли? Ну, вообще-то там должны быть магазины. У нас продается в нашем магазине. Ну, спиртным запретили торговать в киосках. Ну и все, и киоском хана. Да, сразу. Киоском хана. Сразу же. Их все, они все, по-моему, сейчас. Ну. Вот только в магазинах что-то. Ну, в киосках овощи, фрукты, все, пожалуйста.
А так что тут покупать? Печенье это и не шоколадки, блядь, нахер они кому-то. Сигареты только, за счет сигарет только может будут жить. Все. Надо сигареты тоже нахер перекрывать все это дело. Да скоро уже вообще все отменят. Опять за железным занавесом. Ну и хорошо. Границы все закрыть нахер. И работа сразу появится на перебой. Ну да, еще чурок всякий плывет. Вот я и говорю, граница закрыть, и работы сразу будет. Только резюме подал, тебе сразу 10-15 звонков за час. Ну придите к нам, ну придите к нам, вон 40-50 тысяч, давайте, давайте. А сейчас, блин, нос воротят. Нахрена мне платить 30 тысяч, когда таджику 10 тысяч заплатил, он будет круглосуточно работать. Я тебе говорю, все уже. Раньше хоть бабушки там, ну не бабушки, а женщины на пенсию ходили, могли пойти там, например, в магазин там или там в офис или еще куда. А сейчас все. Я и говорю. Таджички моют кругом. Так что лучше с железной занавес. Не надо, что-то копейки заплатить. Она из-за этого рада. Вон, они уже на всем, на самосвалах, да я знаю где, на самосвалах, на всем, понимаешь, ездят уже. Скоро на фуры сядут, на фурах будут ездить. Здесь это налево надо. Директор, блин. Ну да, ты у меня все. Директор, база. Все в моих руках, блин. Финансы, блин, и... Все эти оплаты и все, и все эти счета, блин, как белка. Я Юрке сказала, я говорю, Юра, давай все через неделю, я тебе в неделю даю еще срок. А кто будет? Неделю, говорю, давай приступаем. А кто с грудничком будет? А? Кто с грудничком будет? Как кто? Она и будет. Она просто будет смотреть там на сайте счета. А, ну да. Выставлять это... сама. Понял. Но дома. Она не счета выставлять, она как мне. Там такие-то счета я сама выставлю. Это что такое? Это вот здесь же было казино-то подпольное. На просчет. Она и сейчас, наверное, здесь осталась. На просчет мебель там казино. Всякую такую. Слышишь, Сашка, вот казино подпольное. Ну ладно. Короче, вот тут где-то больница. Вот это, по-моему, вот она. Где у них заезд? Вон, где машины ставят, здесь. Больничка. Ну вот приемный покой, сейчас зайдем туда. Тут как-то, блядь, непонятный какой-то такой заезд. Это вот так раком, блядь, машины ставят. Ну все, пойдем узнаем, что там. Оттаяло, потому что оттаяло. Ну. Пятнадцатое или 16-е срочно требуется. Мы тут. Так а чего он орёт-то так? Ну что делать? Ну что делать? Что, не идёт? Как они тут поставили, связали всего, он там орёт. Он уже, знаете, с рождения натерпелся. Они же операцию сделали. Ну что делать?
Да что ж такое, а? Чем его там заразили в этой больнице, я не знаю, в этой 16-й. Вся больница переполнена. Энтеровирусом. Вы тоже 16. Вы тоже 16? Я говорю, энтеровирус. 16, да? Вот. Или энтеро, или ротовирусный. Вообще непонятно, что. Вот. Жидкий стул, рвота. 4 дня после больницы и вот сюда приехали. Вот, но тоже, тоже та же самая картина. 16-й больница. Вот такой же истории. Сейчас вроде полегче стало. Ну, что все известно, что ни одна 16-я больница. Когда? То есть там заразили, считай, да? 16, там заразили, 16. Ну там, получается, все заразились. Откуда еще? И она переполнена. И их все, короче, сюда перевезли, да? Всех, да, сюда. Здесь был. Какой-то там ребенок у них, видимо, попался, то инфекция. И все, пожалуйста. Так они что, сами-то не видят, что ли? Вот у них в палате еще один это детеныш точно так же. Жидкий стул, вот там. Быстро, быстро вытывайте, я закрываю. Она летит. Даже не знаю, чем можно задевать себя или не задевать. Ну что ты? Ничего не надо. Я сказала, я говорю, ты не можешь еще не делать. Не мерчь, я говорю. Ничего, утром чуть-чуть идти, не знаю, что ты, но не можешь зубы говорить. Зубы. Не знаю. Не знаю. Чтобы это... Не знаю. Мне зубы все не придет. Орел? Ну так, это не снимаем. Больница, это бесит. Давай, давай, все, до свидания. Ты пошла? Иди, задолбали. Иди. Чего орать ты на меня? Да ничего, потому что. Ну я виновата, да. Конечно, ты не виновата, но просто ты зачем вот начинаешь это вот с этой больницы? Зачем? Хорошо. Не надо было ехать, хорошо, понимаешь? Мы бы не заразились там ни от кого. Больше ни одного совета тебе давать не буду. Учи своего ребенка так, как тебе это нужно. Все. Вот хорошо? Это наша больница. Да? Что от вашей больницы девушка? А это? Вот это Wi-Fi есть? Что делать-то? Вы кабельницы? Чем кафе? Какой-то тресоль или что-то такое? Там дофига. Голову. Бабочки. Ну что, потом будет здоровый? Да будет он здоровый. Да. Иммунитет будет. Уже два месяца скоро будет, его вылечить не могут. Здоровый, очень здоровый. Идиотские врачи, потому что они сейчас заражают. Ты что орешь-то? Ты что вышла-то сюда? Она сегодня... Тебе вообще не приезжаешь? Да. Ладно, я не буду приезжать, чтобы ты не орала на меня. Все разговаривают нормально. Да, конечно. Вот девушка тоже оттуда, 16, и ничего не орет. Ты карточки я тебе много там положила. Да. Этот-то приезжал, Стасик? А что, он работает? Я сделаю морс.
Так бабушка тоже давала, я бы бабушке мать не взял. Да ты что молчал-то, взял бы? Хорошо пахнет, да пахнет с этих, с печек, печки, печки топятся, деревни пахнет. Чем-то надо заниматься на цепи-то. Ну, значит, Валерий. Да, что ты медленно идешь. Ну что, ревет? Она ревет, Дима там орет. Ему капельницу поставили. Там ему сейчас 8 капельниц будут ставить. Да, вот я говорю, хорошо, что их сейчас прокапают даже. Правда, что хорошо. Больницы не только она, еще девушка вот есть, и еще там одна приедет. Почему? Вот в этой больнице в 16-й их заразили, где это бронхи-то лечили. Вот они там подцепили эту то ли на ротавирусную, то ли на энтеровирусную. Хрен ее знает, как она называется. Короче, ничем его не лечат. Херней занимаются. Лекарства же не ставят никакое. Че это, блядь, гемодез, да, глюкоза. Еще бы сказали, физраствор ставят. Его не вылечили, бронхит-то? Бронхит-то не вылечили, да? Пиздец, блин. Но она сказала, что ему должны поставить 8, 7 или 8 капельниц. Вот их поставят, она говорит, и я, говорит, напишу отказную. А чего отказную? Она, говорит, она сказала, что еще 6 дней лежать. Охереть можно. Скорая прорывается. Я не знаю, тоже туда же везут кого-нибудь. Это может решить только сама мама. Вот что мы с тобой сейчас можем решить? Это ведь не наш с тобой ребенок.
Потому что у детей больше некуда поставить капельниц. У таких маленьких. Одна там много их лежит. Мы ее встретили. Как раз приехали к ней тоже там эти родные. Муж с мамой. Вот, или сестрой. Вот, это тоже оттуда из 16-й больницы. Тоже вот с этой инфекцией. То же самое, все поносы. Это. То же самое, поносы, рвота. Ну чё, ну как обычно, блядь, я говорю, этот замок. Добрались. Вот, вот я сейчас приду и кину себе этот чай. Давно пора было. Я, блин, уже столько времени не могу тут печатать. Тише. Второй пошел, третий иди. Все, вот, вожу. Лысенький-то где? Лысенький? Лысенький-то где? Я не знаю, где Пушочек? На балконе, наверное, остался. Ты что, ошалел, что ли? Посмотри. На балконе? Ёлка-лютик. Где он? Ёлка-лютик. На кресле? На диване. Иди, мама. Это вроде получше больницы, чем та. Да. Поприличнее-то. Все, пацаны, всем удачи. Короче, вот такая херня с Димой. Солнышко притащило. Свое сладкое, как всегда, блядь. Одно и то же. Зелень. Надо, вот зачем Тоша ты охотил. Тоша, ну хотя бы просто понюхай. Если есть не хочешь, хоть понюхай просто мясо. Тоша, ну просто хотя бы понюхай. Если не хочешь есть. Надо убрать нахер. Ну ладно, понюхай просто. Хотя бы просто понюхай, да. А ты что, картошка, что, иди. Картофан? Да. Давно сегодня, не ели. Сегодня мы картофан. А сейчас что, картошка у нас испанская, что ли, теперь? Да, испанская. Ужас. Слушай, какой. У нас молоко-то есть, что ли? Молоко надо. А я зачем? Все правильно, пусть будет, я буду варить что-нибудь.